Смешно, даже дети не любят попсу. Наверное, все догадались, что мы музыкальная команда. Сейчас детям гулять опасно. Коронавирусу посвящается. Китайский вирус одолел, испугались ДНР. Если к нам он проберется, то не избежать проблем. Только детям наплевать, все на карантин опять. Будем мы мечтать о море и седого вспоминать. Ахи! Хорош чупа-чупсами по щекам гонять. Команды костюмы надевают, декорации выносят, устраивают карте-балет. Сейчас мы расскажем вам о битве титанов. Это команды сезона, все веселые и находчивые. И вот к ним выходит ведущий. Артем всем своим видом показывает, что он лучший ведущий. Донецка. Эстафету принимает Алексей Муратов. Это он собрал команды ЛНР и ДНР. Он поднимет молодежный КВН. Жюри тоже непросто. Владимир Ведевка не знает, какая команда ему нравится больше всего. А нет, уже определился. И вот в танец врывается Сергей Самохин. Сначала он помогает командам. Затем команды помогают Сергею. Вот это игра! Вот это битва! Браво, титаны! Мы любим тебя! КВН! На битве титанов. Но помните, вы все равно остаетесь детьми, пока ваша попа в
скучал. Сражались титаны и хлопает зал. Здесь дети смешно, воровики и да нет. Жанна в крови, краснодор молодец. Нас собрал этот зал любимый. Никогда не повторимый. Будем мы в сердцах всегда петь. Пусть идут чередой лета и зимы. Юмором мы одержимы. Выступали здесь красиво. Говорим дано, вы встреч! It's my